Всем привет! Это еще «Зеленый» – подкаст для молодых растеневодов, которые копаются в земле по любви. Вести этот подкаст буду я, Оксана Сердечная, блогер по призванию и агроном и флорист по образованию. Этот проект придумала компания «Сингента». Она занимается производством средств для защиты растений и высококачественных семян. Самое главное – это то, что «Сингента» помогает реализовывать потенциал растений, сохраняя бережное отношение к ним. В последнее время я чаще замечаю, что вокруг все больше и больше молодых людей интересуются растениями. И я очень рада, что это хобби перестает ассоциироваться с бабушками, огородами и картошкой. Растения все чаще воспринимаются как что-то уютное и комфортное. Мне кажется, что желание покопаться в земле возникает у нас, когда хочется замедлиться, поделать что-то руками, просто отложить телефон в сторону и отдохнуть от шумных городских будней. Звучит уже привлекательно, правда? Так еще в итоге у вас дома или в саду появляется красивый зеленый друг, которым можно любоваться и о котором можно заботиться. Мы, Сингенты, очень хотим помочь вам начать или успешно продолжить свой растениеводческий путь дома или на участке. Поэтому мы и придумали этот подкаст. В каждом выпуске с гостями мы будем разбирать темы и вопросы, которые точно у вас возникали. Как выбрать первое растение? Чем отличаются друг от друга грунты? Что такое пестициды? Об этом и не только мы поговорим в первом сезоне. Подкаст будет выходить раз в 2 недели на всех подкаст-площадках. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на нас, это нас очень поддержит. Переходите в телеграм-канал подкаста, чтобы первыми узнавать о новых выпусках и получать еще больше информации о растениях.